Югра готовится к всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября следующего года. Предстоящие мероприятия обсудили в правительстве Югры. Собирать сведения будут традиционно, опрашивая население. Помимо этого, активно будет использоваться новый элемент – интернет-перепись. С 1 по 10 октября 2020 года любой желающий может оставить сведения о себе и членах своей семьи на едином портале госуслуг. В городах округа уже выделили помещение и готовят штат. Сейчас разрабатывают логистику для переписи оленеводческих бригад и фермерских хозяйств в труднодоступных регионах. Первые оперативные итоги переписи будут готовы уже в апреле 2021 года.